Заботы о счастливом детстве. Двор дома номер 44 по улице Пушкарева преобразится. На сходе граждан обсудили проекты по благоустройству придомовой территории. Дом 9-этажный, многоподъездный, живет большое количество семей с детьми школьного возраста. Отчего на голосовании были представлены проекты с приоритетом на спортивную активность юного поколения. Как рассказывает председатель дома Сергей Горшков, места для благоустройства около жилого фонда много, есть куда развернуться. У нас двор большой, нам нужно детские площадки, футбольные площадки, хоккейные площадки. Нам это нужно все возводить и не так играть детям, как вот сейчас они играют в деревянные игрушки, а чтобы была нормальная площадка. На голосовании было представлено 4 проекта, разработанных дизайнерами с учетом потребностей жильцов дома. Это универсальная спортивная площадка, дворовый футбол, центр управления полетами и мир детства. В результате жители выбрали последний проект. Сейчас детская площадка по адресу Пушкарева, 44, выглядит вот так. Типичные советские конструкции. Но уже в скором времени здесь появится новый проект «Мир детства», который жильцы дома выбрали единогласно. Площадку проекта «Мир детства» войдет статичный спортивный инвентарь, современный песочный дворик, качели-балансиры, городок с горкой. 44-й дом участвует в региональном проекте поддержки местных инициатив. Всего на конкурс подано 72 заявки от различных активов жилых домов, и только 35 из них одержат победу. Сейчас конкурсные материалы готовятся. 13-15 сентября мы должны будем уже сдать полный пакет документов. В декабре месяца будут подведены итоги, и уже в следующем году весной мы, я думаю, приступим к работам. Отмечу, что в случае победы актива жильцов дома им будет выделен 1 миллион рублей из регионального бюджета, а также 160 тысяч рублей из городского. Процент софинансирования от самих жильцов или спонсоров должен составлять не менее 3% от общей суммы проекта. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.